опера Борис Годунов, Мусоргского, одна из самых значительных русских опер. А есть такая музыка, которая не так известна, Сергея Прокофьева, по оригинальной пьесе Пушкина. Первое исполнение пьесы с этой музыкой поставили в Принстонском университете в Нью-Джерси, в США, несколько лет тому назад. Вот песня Ксении Царевны, «Плач невесты о погибшем женихе». Слово не Пушкина, а драматурга Сергея Крыжановского. Thank you.